Рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня я хочу с вами поделиться своей радостью, своим счастьем и показать вам подарочки, которые я получила от рукодельной Снегурочки. Существуют и такие сказочные волшебные люди. В миру она именуется Галочкой Давидюк, скрывается под этим именем. Это моя рукодельная фея, моя рукодельная подружка. И теперь уже моя рукодельная Снегурочка. Я уже все распечатывала, все смотрела. Ну, не смогла я просто удержаться, поэтому уже упаковочки мои немного открыты. Но я так попыталась сложить все на место, чтобы показать вам, как красиво все было упаковано. Самое интересное было в начале, когда Галочка мне передала пакетик и сказала, что там мелочи различные для твоих мальчишек. И я, придя домой, вручила им этот пакет, говорю, это вам, от тети Гали подарки. И сама убежала на кухню готовить ужин. Первым делом мальчишки, конечно же, обратили внимание на машины, в которых были конфеты. Говорю в прошедшем роде, потому что они действительно там были, уже ничего нету. Здесь у нас уже выхлопная труба на машине приделана. Машина прошла модернизацию. Вечером, когда дети остались на кухне наедине с машинками, муж говорит, может, не стоит их оставлять на такое длительное время наедине с конфетами. Я говорю, а ты уверен, что они наедине с конфетами? Они уже наверняка наедине с бумажками. Конфеты были съедены быстро, но вот эта упаковка такая интересная, необычная. Дети до сих пор ей гуляются и, как видите, переделывают, доделывают все так, как им надо. Спасибо огромное, Галочка, от них. Все, я отнесу. На секунду взяла, чтобы снять видео, потому что пока это самые важные, самые интересные игрушки у нас. Ну и дальше случился тот смешной случай, о котором я просто не могу не упомянуть. Заходит ребенок ко мне на кухню, говорит, мама, а здесь какая-то тряпочка. В смысле тряпочка? И показывает мне. Говорит, да вот какая-то тряпочка там была. Говорю, ты что? В общем, я не стала ребенку объяснять. Посмотрите, какая красивая равномерка шоколадного цвета. Не хочет передавать. Красивый этот шоколадный цвет. Это довольно большой кусочек. Она еще вдвое сложена. Обязательно найдет применение. Ну а пока просто будет греть мне душу. Вот такая чудесная, как ребенок посчитал, тряпочка. Чудесный кусок равномерки остался мне от Галочки. Увидя эту тряпочку, я побежала в комнату к детям. И далее мы уже распечатывали все пакетики вместе. Давайте покажу вам, что в этих маленьких запечатанных подарочках. За этим красным конвертиком скрывается вот такая прелесть. Шнурочек от фирмы Мадейра, золотистый. Он настолько блестит, что камера ни в какую не хочет на нем фокусироваться. Как раз такой шнурочек для моих новогодних игрушек, чтобы они на елочке еще больше блестели. Смотрите, как блестит. Какая красота. Давайте посмотрим, что еще в маленькой упаковочке. Также я уже раскрывала. Не могла удержаться, все смотрела. Здесь шпульки. Никогда лишними не бывают. Ниточек я много купила. Спасибо, Галочка. Обязательно перемотаю свои ниточки, чтобы они все были у меня в порядке. Такая маленькая конфетка. Я ее уже попыталась завернуть назад, чтобы было все красиво, чтобы вы видели, как оно интересно было все запаковано. И здесь, какая она сладенькая. Посмотрите, какая красота здесь находится. Креник, блендинг филамент, 50 метров. Такая замечательная катушечка. Она такая маленькая. Не ожидала, что креник такая малюсенькая катушечка. И самое интересное, Галечка, я как раз думала купить себе такую катушку. Мне нужна будет моих девочек горжусь. Там как раз похожая ниточка нужна. И я думала, что надо бы прикупить, так как навряд ли мне хватит остатков с моих наборов для других девочек, которых я хочу вышить. Ну, а ты просто угадала. Ну, не зря же, Снегурочка. Наверное, Дед Мороз поделился с тобой письмом с моими сокровенными желаниями.
И ты все смогла прочитать и угадать. Спасибо, спасибо огромное. Еще один подарочек. По поводу этого подарка у нас возник большой спор. Набор конструктор, чаривна мыть, чайный домик с лимоном. Артикул F009. Здесь вышивается бисером небольшой участок и собирается для чайных пакетиков. Галочка знала, что я его хочу. Я еще хотела на выставке купить, но к тому времени, когда мы подошли к стенду, уже все эти домики разобрали. Но я поняла, что значит не судьба мне его купить. И вот Галочка мне его подарила. Артем мне все доказывал, что это же конструктор. Это для меня. Даже не знаю, кто будет вышивать. Возможно, Артем и вышьет, и соберет. Ну, может, вышью я. А собрать поможет Артем. Детали выпилены. Здесь вот сразу идут куски фанерки с номерами. Номера деталек. Две фанерки. Я уже пока не распечатаю, так как вы видите, оно все запаяно. Если его открыть, то он уже никуда не соберется. И чтобы не растерялось. А как он пахнет. Он даже запечатанный, а запах жженого дерева чувствуется через эту упаковку. Чудесный подарок, как раз то, что я хотела. Спасибо, Галочка. И движемся дальше. Набор торговой марки Мрежка. Я думаю, многие из вас уже догадались, что это за набор. Поэтому не буду долго вас томить. Вот такой набор подсолнухи. Я его когда увидела в анонсе, я просто растаяла, я настолько хотела этот набор. Я вам уже в своей заявке на участие в СП «Красота осенних дней» рассказывала, как я люблю осень. Когда я увидела эту новинку, я надеялась, что я смогу купить данный набор на выставке Handmade Expo осенью. Я была ужасно расстроена, что Мрежки не было на выставке. Поговорив с Галей и узнав, что она также влюблена в этот набор и также будет его покупать, мы решили, что сделаем как-нибудь совместную закупку. Планы у нас были грандиозные. И тут вдруг мне приходит сообщение из интернет-магазина, в котором говорится, что спешите купить наборы Мрежки, потому что, ну, я думаю, вы уже все знаете эту ситуацию, которая сложилась с данной фирмой. Но, как говорится, у страха глаза велики. Я прочитала, что Мрежка полностью снимает свои наборы с производства. Мне показалось, как они же столько новинок выпустили, но не могут же они снять все это с производства. У меня такой страх. Шеф, все пропало, все пропало. Гип снимают, клиент уезжает. Я убью его. Галя меня успокаивала. Я не могла понять, почему она такая спокойная. Ну и только потом она мне призналась, говорит, я же хотела тебе сделать сюрприз. А я со своим перепугом испортила весь сюрприз. Пришлось Гале признаться наперед, что я получу на Новый год такой чудесный подарок. Чему, конечно, я была несказанно рада. Спасибо тебе еще раз огромное. Подарок, ну я не знаю, это просто чудо. Посмотрите, какие здесь чудесные цвета ниток. Такая цветотерапия. Сейчас как раз, когда на улице слякоть, ужасная погода. Хочется вышивать какими-нибудь яркими, красивыми ниточками. Почувствовать праздник, почувствовать эту красоту. Кроме того, такие интересные цвета. У меня мои проекты, которые сейчас Dimensions, это голубые цвета ниточек. Редкая красота. Ягуар голубоглазый, это коричневые цвета. На Биг Бене там различные тоже коричневые, зеленые. А здесь желтые, оранжевые, розовые. Настолько красивые цвета. Я хочу его начать. Я посмотрела, у девочек есть и по 10, и по 20 проектов. Поэтому к моим трем добавится еще этот. Ну, после Нового года у меня добавятся еще и бисерные проекты. Ничего, надо вышивать то, что хочется сейчас. Ну, а сейчас я хочу перейти к самому ценному, что было в подарке. На мой взгляд, именно это является самым ценным, потому что это те вещи, которые Галочка сделала своими руками. Специально для меня, думая обо мне. Такие чудесные конфетки, леденцы, игрушки для елочки. Я когда их увидела, Галочка передавала посылку для Юли рукодельной. И я там увидела леденчики. Я просто загорелась. Сказала, что они такие прекрасные, они мне так нравятся. Что Галя сказала, хорошо, я тебе сделаю. Я же думала, что она сделает мне одну
конфетку. Посмотрите, целых 5 штук. Боже, галочки, это сколько до времени, чтобы выплести. Здесь же столько работы. У меня просто нету слов. Я думаю, вы понимаете мой восторг. Я представляю, как они будут красиво смотреться на елочке. Целых 5 новых игрушечек. У меня сейчас сердце выпрыгнет из груди, столько подарков. Галочка, Снегурочка моя дорогая, золотая, ненаглядная. Я тебе говорила уже глаза в глаза всю свою благодарность, но я не знаю, все равно всего этого не передать. Насколько приятно получать такие рукодельные вещи. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на всю эту красоту так же, как и мне. Надеюсь, что вы почувствовали через экран все те переполняющие меня эмоции, весь этот трепет. Я желаю вам также получать подарки, дарить подарки другим, чтобы чувствовать все это тепло, всю эту радость от прикосновения к вещам, которые сделали специально для вас, либо которые купили, думая о вас. Я думаю, это очень ценно, что благодаря YouTube в нашей жизни появились друзья. Желаю всем, кто еще не нашел себе подругу, обязательно в следующем году найти свою родственную душу, с которой вы сможете поделиться своей радостью, кто вас всегда сможет поддержать в трудные минуты, кто сможет порадоваться за вас в приятные минуты. И, пользуясь случаем, хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого лучшего. Главное, здоровья всем вам, вашим детям, мира, благополучия и таких замечательных душевных друзей, которые будут следовать с вами по жизни, поддерживать вас, выслушивать, помогать, радоваться жизни вместе с вами. Ну, а на этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание. Я же с вами не прощаюсь. Я говорю вам, до новых встреч!